Всех рад приветствовать, дорогие друзья, на канале Про Движение. В этом видеоролике покажу вам два способа, как можно узнать пароль от Wi-Fi. Любого Wi-Fi узнать пароль. Способы два, реально рабочие, реально их можно применять. Я уже на своем телефоне пробовал, очень много видосов об этой теме снял. И сейчас еще снимаю, люди пишут хорошие комментарии, у всех получается. Я уверен, что у вас тоже получится. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, внимательно смотрите это видео до конца. Делитесь этим видео с друзьями, если оно вам поможет. А поможет, я уверен, на 90%, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте начинать. Ну и давайте, друзья, начнем. Первый способ для того, чтобы нам с вами узнать пароль от Wi-Fi, нам для этого, друзья, что нужно сделать? Допустим, вот мы переходим в настройки, мы сидим у своего друга, подруги, да, и он не хочет делиться паролем от Wi-Fi, да, или бывают такие случаи, мы сидим на одном телефоне, хотим дома ввести пароль на другом телефоне, или кому-то кто-то пришел, просит пароль, а мы даже его не знаем, да, и как его можно узнать? Для этого мы переходим вот в Wi-Fi, видим, вот я подключен к SDS-29, да, что мы делаем, друзья? Мы первый способ, это первый способ, не переключайтесь, потому что будет еще второй способ, возможно, вам первый не поможет, второй поможет. Нам нужно скачать с вами программу, которая называется «Запуск Activity». Я ссылочку оставлю в закрепленном комментарии или в описании на вот эту вот программу, которую можно скачать в Play Market. Переходите, скачиваете ее. Дальше идет вот такая вот загрузочка 100%. Открывается «Запуск Activity». Эта программка очень быстрая, она должна быть у каждого на телефоне, потому что через нее вы можете делать абсолютно любые действия. Чистить программы, удалять кэш и так далее. Здесь у нас есть поиск в правом верхнем углу. Мы нажимаем сюда. И здесь с вами должны написать вот так вот, вот сохраненные сети. Вот, заходим сюда и видим, друзья, вот они, сохраненные сети SDS-29. То есть моя сеть, которая сейчас подключена на этом телефоне. Как же узнать пароль, если я его не знаю? Я нажимаю SDS-29, нажимаю «Поделиться». И здесь написано «Предоставьте доступ к Wi-Fi». Вот он штрих-код, это мы можем предоставить человеку, который просит у нас Wi-Fi, или же если у него нету там какие-то способы всякие, да, если он там, ну, не хочет это применять, вот он пароль в сети Wi-Fi 30.08.19.79, вот он, друзья, пароль от SDS-29, это первый способ, друзья, то есть переходим, как я уже показал, скачиваем Activity Launcher, пишем сохраненные сети, вот SDS-29, нажимаем поделиться, и вот он, пароль в сети Wi-Fi, это, друзья, был первый способ. Второй способ, нам нужно, друзья, перейти с вами в настройки, открываем Wi-Fi, открываем вот SDS-29, вот сюда вот расширенные настройки, где-то у вас здесь будет, нажимаете сюда, здесь пролистывайте вниз, и вам нужно здесь нажать, вот видите, шлюз, у меня это 192.168.0.1, я его беру так вот, смотрите, зажимаю, так, еще раз, 192.161.0.1, или запоминаем, или вот так берем, зажимаем копировать, у меня оно не копируется почему-то, к сожалению, поэтому просто беру, захожу вот сюда вот в Google, и в Google пишу вот это вот 192. И здесь у меня появляется вот 192.168.1.1. Заходим сюда. Открывается у меня вот такая вот страничка. То есть вы копируете свой маршрутизатор, да, если он как-то так будет называться. Или же вот там ID-адрес. Но что-то будет в районе вот этого 192.168.0.1. Вы это копируете, обратно заходите в Chrome. Так, обновляем нашу страничку еще раз. Наверное, так не получится. Давайте сейчас я вот эти вот все данные напишу заново, и мы с вами войдем. Так, смотрите, друзья, только что в Chrome написал 192.168.0.1. Вот как у меня здесь тоже было написано. Точно так же я случайно не так списал. 192, видите, все списываете как здесь. Вот так вот, вот записываете. Возможно, у вас будет называться не шлюз, а маршрутизатор как-то так. Возможно, не так как-то написал. Поправьте меня в комментариях. И здесь, когда мы написали вот эти вот циферки, просто вписываем, нажимаем ОК, найти. У нас появляется имя пользователя и пароль. Имя пользователя, друзья, у нас с вами называется админ с маленькой буквы. Пишем админ. Проверяем все правильно. И пароль также у нас такой же админ. Написали админ и админ. И нажимаем с вами войти. И мы с вами заходим вот сюда вот, в меню такое вот, нажимаем ОК. И здесь что мы делаем? Находим беспроводной режим, называется, вот он. И здесь написано защита беспроводного режима. Нажимаем сюда. Вот так вот немножко в бок листаем. Пролистываем вниз. Так, смотрите, друзья, пролистываем вниз. И вот написано пароль беспроводной сети 30.08.19.79. Вот он, друзья, пароль. Это был второй способ. Первый способ, скачиваем Activity Launcher, заходим, пишем сохраненные сети, поделиться, нажимаем. Второй способ, просто пишем вот этот вот маршрутизатор или же шлюз, вот эти вот цифры 192.0.1, дальше админ, админ, беспроводной режим, защита беспроводного режима, пролистываем вниз. И вот он, друзья, наш пароль. Теперь мы можем давать его другу или же там на своем другом телефоне в него входить и так далее. То есть очень легкий способ, как можно узнать пароль от вашего именно Wi-Fi, если вы его забыли. Или если вы пришли кому-то, какому-то другу, можно через его телефон вот так зайти, вот это вот все сделать. Очень быстро и очень легко. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, до новых встреч!